я считаю самым серьезным подъемом это приезд из других городов людей. То есть я меньше поднималась, чем они на самом деле, что я даже живу рядом. Альфия, Казань, Галя, Москва, Алена, Новгород. Остальные все питерские, да? Вообще, кто? А я же не пошла в Казуча. Вообще, вы меня заворожили. Так, Мурманск. Юлечка, Мурманск. А вы? Вторая Юлечка. Как будто, знаете, когда органы какие-нибудь спрашивают, а кто вы? Она уже у меня строго сказала, в смысле? Типа колодца не будет. Значит, две Юли, обе из Мурманска, что ли, или вы местные? Она бывшая. Бывшая Мурманска. Да. Лариса. Лариса тут? Тоже бывшая. Слушайте, ну вообще, Мурманска у меня еще не было. Мурманску можно поаплодировать? Спасибо большое. Класс. А вас видела в Питерске? Нет. Просто Лиза. Ну и то, слава Богу. Спасибо, что пришли большое. Ой. Обалдеть. Ой, сегодня же со мной Роман Гвен. Так, Николай Максов, да, вот, Катя Шумилёва, и вы проект «Подъём». Спасибо. У меня, кстати, день рождения Пушкина, что ли, мы попали. Вообще круто, просто круто. Но я бы, если бы не так крутилась, я бы что-нибудь написала ему. Видимо, не надо было. Поэтому не вышло. Ну да, но не ему, про него. Так. Значит, можно, кстати, маленькую новую песню посвятить просто это. А тебе Рома, да, лучше? Все, Ромка, глаза закрыл. Теперь как бы крутись как хочешь. Значит, ну, где-то буду сидеть, потому что просто жизнь обязывает. Если я с гитарой, то пока я сижу. Потом, может, что-нибудь поменяется. Я хотела сказать, что в связи с... Петь только сяду. Со своей профессией вот, я разобралась в следующем, что мы состоим, ну, много чего говорят, из чего мы состоим, да, я почему-то решила, что мы состоим, в принципе, из реакций на жизнь. Вот, и это клево, потому что, во-первых, их можно корректировать, их можно трансформировать чуть-чуть, если запарятся. Вот, в связи с этим песенка первая, чтобы мы настроились, и все было у нас хорошо, называется «Позитивная». Вот я эту тему сюда вложила, как могла. Я ее немножко изменила. Кто-то, может быть, слышал один раз, там больше не пела ее. Вот. Ну и приблизительно можно сказать, что я ее писала о том, как вот как. Поменять отношение к каким-то вещам, и все становится достаточно неплохо, сносно, а иногда даже хорошо. Вот, спасибо, позитивная. Мой город просыпается.
красные, что лиц не видно даже. По горкам дети лазают, а ты моя пропажа. Сижу теперь на лавочке и из моточка лягу. Yeah.